Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Так, маркшейдеры беру. Как работают памятные моменты, да их вроде так и не релизнули и отменили. Ресурсы на этой планете встречаются редко, удалены друг от друга, однако каменная порода здесь очень хрупкая. Все, поехали. Я бы, честно сказать, не почувствовал в прошлый раз то, что очень хрупкая порода здесь. А купол вместо сада щит. Чуть не забыл. Ну, реквизиты выдавали ранний доступ к памятным монетам. Моментам. Монетам. Жертки же есть? Да. У меня просто... Мне и не выдавали, короче, эту функцию. И вроде как ее уже вообще никому не выдают. Когда? Когда вообще впервые появились памятные моменты? Мне кажется, их анонсировали, я не знаю, там... В прошлом году где-то. Хайтидж, привет. Да, то, что этот дядя может так сделать, это, конечно... Это, конечно, очень круто. Бам-б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 ам. Давайте возьмем урон для прямых снарядов. Я до этого брал взрывной. Возьму теперь директ хиты. Попал в малюнчика этого. Так, ну что-то еще взять. Можешь как-то объяснить, зачем играть на других персонажей, когда есть вот это? Так тут всего два персонажа. Но в целом они по-разному хороши. У этого, например, прокачка очень дорогая. И она менее интуитивная, чем у бурильщика. Сэмпай, не останавливайся. Продолжай донатить. Очень необычное чувство донатить кому-то XD. Спасибо, что сказать, Сикей. Третий же, привет, Биг Чангус. Да блин. Да ё-моё. Мне тоже нравится маркшейдер. Ну, типа, он мне нравится... Он мне нравится, но при этом на бурильщике я тоже с кайфом играю. Уронил немного. Темпик немного теряю, если честно.
Фига себе. Так, сферка. Сферка. Ачивка на 6 готовых сфер к выпуску, у нас. Окей. Спасибо большое. Так, не буду я задерживаться под землей. На следующей волне выкопаем. Такой туман какой-то. Черный. Недолет. Перелет. Полет себе. И погнали. Да, балансить персонажей на самом деле с абсолютно разными механиками, это такое дело не супер простое. Здорово, Рамзи. Блин, не присосался. Фига жила огромная. Да у них и с персонажами, мне кажется, все еще гуд. Типа. Когда их особенно два, тебе просто надоедает на одном играть. Но я себя не чувствую беспомощным, когда начинаю играть на другом. Или прям супер оверпауэрд. Так, взрывные сферы нам нужны, да? Увеличит масштаб взрыва сфер. Пока это брать не буду. А, качну сразу пушку. Разрушительный потенциал минометных снарядов. Поворачивает миномет быстрее. Увеличивает разрушительный потенциал минометных снарядов, позволяет вам поворачивать артиллерию дальше. Ой. Я подумал о том, что я могу что-то еще со щитом сделать. Сплости воду для ручной гидратации. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, пока ничего не надо. Это было сладенько. Как будто директ-хиты, честно говоря, посильнее. То есть они, наверное, более скилл-бейст. Но будто бы норм. Отдай ему железо. Thank you.
Да, это начало забега. Причем какой-то довольно успешный, честно говоря. Начало. Упаковщик ресурсов устанавливает два молота на поверхности купола, которые создают интенсивные ударные волны и необходимо запускать вручную. Не знаю, что это такое, возьму, посмотрю. Окей. Это была сложная волна, на самом деле. Так, брожение ресурсов возьму. Молот — это секзы. Понял. Уже пробовал гаджет черви, да. Один раз выпадал. Установлю два молота на поверхности купола, которые создают интенсивные ударные волны, бла-бла-бла. Перезарядка 8 секунд, урон 5, продолжительность оглушения 1 секунду, сила оглушения 1 секунда. Это, короче, станущая штука, да? Не так много урона, 25. Если там много тиков. Увеличит эффект оглушения от ударной волны. Вообще станы всегда приятны. Пока что я возьму, наверное, еще один шарик. У меня их уже 4. А для ачивки сколько надо? Для ачивки надо 6. Sliced Pickled Ginger. Спасибо. Прикольный ник. Тигр взрыв, попробуй. А я что, до этого нажимал, он мне не активировался. Я подумал, что я его все-таки не вкачал. Брейнлаг какой-то случился. Мистер Дрон заводу. Ладно, я не буду это тащить, иначе я потеряю хп. Ай-яй-яй. Хе-хе. Знал, что я молоток, конечно, заюзал. Все, он так подбивается просто. Это огромная карта, это челлендж. Так, пока перерабатывается, я съем еще немножко макарошек. Я помню, ты рассказывал, что хотел настолку PST заказать. Пока еще в планах или уже заказал? Не знаю пока. Пока еще в процессе раздумывания, но вроде как ее раскупили уже сейчас. И нужно ждать, когда допечатывать будет.
Еще один апгрейд, и будет одна ачивка. У-ху! Разблокировать все боевые способности считает, и, наверное, не вот это имеется в виду, что все взять. А как просто мета-апгрейд, наверное, да? Усилить щит у 200 единиц прочности или более. Угу. Щит заюзан. Приятного, спасибо. Привет, как дела? Здорово, макарони. Норм. Дела гуд. Норм гуд. Хорошо, раз хотел сказать, что лучше жди репринта, ибо там первая редакция, то ли с картами, то ли с протекторами траблы, и они быстро портились, в репринте исправят. Хм. Ну, вообще, Дикейн вроде не жаловался, вроде все окс настолько. У него было. Или взять с собой что-нибудь. Да не, все, я полетел. Ну это приятно, конечно. Ой, блин. На нем уже перезарядка. Хочется все и сразу донести, но что-то это примерно невозможно. Надо пакеты немножко качнуть, как будто. Так, последний шарик для ачивки. Пятая появилась. Это же может быть еще 6, правильно? Было написано, вроде может. Окей, далее. Удаляй ачивку.
Все, в количество можно больше не упарываться. И взорвать три сферы одной активации теперь надо. Укрепление корпуса купола. Укрепляет корпус купола, позволяя выдерживать больше рукопашных ударов от монстров. Не влияет на защиту от снарядов. Сэмпай, не останавливайся. Продолжай донатить. Как относишься к хоррор-играм? Играл ли VR хоррор? Да нормально отношусь к хоррор-играм. Бюджетов, правда, нихуя нет, поэтому постоянно говно всякое выходит. VR-хоррор? Ну, в гостях один раз вроде чуть-чуть на меня укачивало. Вроде в Амнезию играл. Там это спустя партии 10-20 только проявляется. При этом, когда стример прям может то ли пролистать к старым сообщениям, то ли отдельно глянуть, что там на ютубчике писали. За почему на некоторые звукоэффекты каким-то ваншот-вайбом отбивают в купе... Да! Вот это... пианино. Переборчики. Как успехи? Да потихонечку, Алекс Ред. Здорово. Привет, слонобой. Так, ну взорвать сферы мы в любой момент тоже можем. Давайте еще возьму скорости. Выбери место, где сейчас взорвем все сферы. Эффективно ли это? Нет. Ачивка есть? Да. Не попал. Бля, перелет. Завосянил немножко. Да, в основном, ну, типа, если не прокачанный подрыв, его там вроде можно качать. На ваншот качал. Ну, попробовал через эти директ-хиты. Всем привет, кроме Кентер 145. О, неплохая тема. Thank you.
Я бы, конечно, копание крутое предпочел. У тебя название игры, кстати, не то стоит. А чё, я не с ним поменял или ты страничку не обновил? У меня как будто макаронина в городе застряла. Ощущение странное. Как будто не как будто. Сейчас воды налью. Взял еще и манго конфет вкусных. Как же он копает. Это просто люто. Блин, нижний не задело. Можно было бы вытащить, попробовать. А он не умер? Он пора немного качаться в урон. Это я что-то не очень же классно выношу их. Опа, дыру нашли. Вот это очень круто.
Пора вылазить. Чё за дыра? Ты в нее ресурсы закидываешь, они сразу на базу попадают. Чё, как прораб катали? Да нормально вроде. Пару каких-то моментиков потречили новых. В целом норм. Те самые железные черви. Ну, кстати, железные черви вообще в этом челлендже как будто гуд. Просто за ними следить неохота. Арт, от того, что ты будешь писать название того, что бы ты хотел взять, я не начну лучше к тебе относиться, говорю сразу. Ну, если кто угодно будет так писать, что лучше всего брать. Приятного аппетита, спасибо. Черви болоньезы. Да, на Тесле был забег. Сейчас, ручки сполосну. Ну, началось. Пойду посру, пожру. Здорово, стариков. Как все плохо. Я что-то теряюсь. Что-то я нифигово так теряюсь. Плюс червь. Какая оценка купола Тесла от 1 до 10? Мне понравился. Оценка такая. Как я его запустил с такой силой вверх? What the fuck? Куда, реально? Реально, куда? Мистер Чербрячок. А, не буду это вытаскивать, даже пытаться сейчас, наверное. Хоть и манит.
Лютые дяди пошли. Сам. Чербрячок номер два. Их же можно, да, на одну жилу кидать? Чтоб они кайфовали там. Блин, уронил чербрячка. А, ну он все уже выкопал. Че, мы, наверное, ган прокачиваем наш? Что-то на чербрячков? И можно было бы, наверное, взрыв качать? Надеюсь, долетит. Да, червяки больше руды добывают, чем ты мог бы. Просто тратят на это какое-то время. Имбулечку нашли. Откуда железо? Это мое железо упало? Так, ну и кататься... кататься. Копаться будем в левой части. Уж там дыра есть. Видимо, какие-то остатки попадали. Походу, не долетел пакетик. Долетел, 25 железа. Ну что, я могу взять дэмэдж. Ой. Думаю, нам нужны более долгие черви, нежели более быстрые. Но до максимума докачивать, наверное, их не буду. Оставлю на таком темпе. Прочитал, суку. Все, хватит меня бить. Это нечестно. Думал, сейчас в основном юзаться чисто, чтобы мелочевку бить и станет, а не для урона, если честно. Походу у всех... как они называются? Блин, как плохо вышло. Походу у всех примочек вот этих, у них первые апгрейды всегда очень эффективные. Почему наверх улетает? Я это не запускаю. У меня есть уже силы копания немного не хватает.
На самом деле, даже так мы копаем, не то чтобы прям бэт. Но, конечно, качаться надо. Улетаем. Нет, максимально хп еще почти. Блин, вот эти последние выстрелы обязательно втанковать надо. Это так ужасно. Я с ними даже ничего сделать не могу. Не успел две сферы активировать, но ничего. Это, конечно, хорошо, но это не железо. Я прокопал довольно много. Где-то я, короче, обкакиваю. Эта штука слишком сильно замедляет. Прям вообще пипец, как сильно замедляет. Теперь в каждой волне будет эта ебанина. Я буду в каждой волне терять хп и ничего с этим сделать не могу. Это ужас. Пиздец какой-то. Иду домой с последнего. Надеюсь, рабочего дня за лето. Смотрю стрим. Хороший вечер, однако. Привет, Настя. Спасибо большое за донат. Надо гидратацию юзать. Я выложила наши фигурки. О, окей, гляну. Эй, водичка. Я, кстати, наверное, позже репостну. Так что Лена будет прямо из первых рук. Ну, наконец. Черви? Я забыл про червей. Ну, честно говоря, я думаю, не ошибка. У меня слишком ебут сейчас жестко.
если хоть что-то успеть засосаться на отхил, будет замечательно. Ну, пол жилы было бы норм добыть руками, а пол жилы оставить на черве, наверное, вот так было бы идеально. Окей, немножко хп. Гидратация щитом. Могу что-то еще взять. Что-то урон хотели. Я не знаю, надо ли. Ну, за две водички, ладно. Бля, какой ужасный моб. И все-таки мортирный купол хуйня. Как будто у него слишком много слабостей. И слишком много условий каких-то надо, чтобы он прям был пиздатым сильным. Да, урон хорош, конечно, но он такой нестабильный. И ошибиться с ним еще очень легко. Я это не юзал. Я осталось 10 железа, и больше ничего нет, да? Выглядит как луз. Купол вкачивать еще нужно больше. Я причем его сильно вкачал. Блин, не поймал. Я ему вкачал апгрейд за 20 железа на дэмэдж. Но что-то, честно говоря, не чувствуется. Мне кажется, я все железо мира где-то обкапываю по бокам. Супербомба смерти. Окей. Бля, окей. У меня там интересная руда была, треугольная. Но это все на следующую волну. Но он опять идет чел, что я могу ему сделать? И просто сидеть вот это хавать, танчить. Кайф вселенского галактического масштаба. Надо дотащить квадратик вот этот. Это отхил будет потенциальный. Апгрейд. Блин, железа очень много. Как мне пережить сейчас это все? Как мне пережить эту волну? Бомба очень крутая оказалась.
Главное сейчас не загридить. Да, червя надо кинуть. Это правда. Ладно, потом на следующую волну уже не успеваю на эту. Очень много ресурсов, скорости не хватает, всего не хватает, блядь. Качаем хп походу, я не уверен, что надо хп брать, если честно. Это 400 хп, конечно, но это 14 материалов. Я лучше что-то из урона взял бы. Защитно сокращает время перезарядки миномета. Теперь снаряды специализируются на уничтожении даже самых больших монстров. Что взять лучше? Блин, 30 стоит. 30 очень дорого, как будто. Надо подумать, куда слить ресурсы. Это было еще улучшение под базой. Я его не забыл, я его вытащить не могу. Скорость поворота можно качнуть. И нужно будет качать ее в итоге. А, наверное, все-таки качну хп купола. Скорость перса, наверное, и сейчас как-то жить. Я согласен. Стан на сдачу. Неплохо волну прошли, хотя моб мерзопакостный просто. Мне еще же силу шариков надо уже качать. Потому что я копаю на самом деле плохо, и то, что я сейчас нашел кучу железа, это не из-за того, что я быстро копаю. Где еще жуки были? Жуки в скобочках, червяки. И еще один. Также вроде два ударных волны, нет смысла ими жадничать. Это за две? Все, копайте прям супер быстро. Ну да, вы видите, какой у меня урон по почве. Одну бы водичку отсюда засейвить. Но я уже все их взял. Круглый апгрейд, да, очень гуд. При этом легкий. С квадратным получится унести. Я думаю, времени хватит. Даже вот так пожадничать хватит времени. Кажется, надо прям по видному артефакту прокапываться. Было бы еще чем прокапываться. Так, я возьму кобальт. Чинит ваш купол грубым железом. Вместо того, чтобы увидать в своих тоннелях, черви разрушают камни, в которых порылись. Рисовать. А телепорт одноразовый, точнее, односторонний гуд. Молотка не два заряда, у него просто перезарядка в секундах.
Ай. Электрозаряд. Не думаю, что электрозаряд много погоды сделает. Молот докачивать как будто дальше тоже нет смысла. Щит прокачанный, звучит не так плохо. Если вот это качать. Лучше, чем ХП. Будто бы. Как будто если я щит буду качать, я слишком проиграю по сноуболу, поэтому лучше на него не байтиться, мне кажется. Вообще хз, как эти ачивки делать на супер развитие каких-то сторонних гаджетов. Как будто не в челленджах. Это что за железо? Тоже наверх. Чебряков надо подготавливать, на самом деле, сбрасывать их. Апгрейд на силу копания не сильно чувствуется как-то. Окей, здесь уже... Ого! Какой-то фигни набрал, если честно. Но я сильно переживаю за нашу боевую способность. Проапгрейднутый пулемет и быстрый поворот приятен. Нормально. У нас даже щит остался вроде. Па-пам-пам-пам-пам-па-парам-па-пам-пам. Тут грибочки есть. Жесть, сейчас моим цветом стало. Они не вернутся?
Железо нашли. Опять про червяка забыл. Похуй. Так, вот здесь, короче, железо дропаем, и я на выход. Слишком же из-за большой паники, то что супер остается мало времени, и я просто забываю про червей. Вот и все. Так-то, понятное дело, сюда можно было бы настакать парочку червей, они бы быстро это все добыли, я бы вышел большой плюс. Как не попал, блядь. Ну, тяжеловато, конечно, ничего. Я не оставил там портал. Даже это не успел. Просто, блядь, чё, отвлекайся на вот эту тему, там, черви, не черви. Я вот как раз в голове сперва держал информацию про то, что нужно будет портал тыкнуть там, где нахожусь, а в итоге ни то не сделал, ни другое не сделал. Ну, это хорошая жила прям. Не, тут еще. Я не знаю, что делать. Я не могу из-за червяка раскрутить штуку эту. Все, веселитесь там. Железо это, конечно, кайф. Вы пробовали найти финальный артефакт? Я всех застакал в один. Вроде бы. Где вообще был портал? Про какую нахуй воду? Что это за совет? Какая вода нахрен? Зачем это сейчас вообще? Ты же в двух кнопках бы не запутаться, а ты про воду еще какую-то. А где? Где дыра? Я забыл, где дыра. Подожди, она что, закончилась? Это она здесь была? Подожди, ничего, ограничения по количеству ресурсов, которые она может схавать? Или что это за дырка вообще квадратная? Правее. Глянем. Выше была правее. Окей. Бля, это очень плохо. Это хорошо. Это плохо. Гидратация. Вообще, кстати, ну, ноу джоук, вода сейчас действительно довольно эффективна.
Она сейвит немаленькое такое количество здоровья. Следовательно, вода сейчас по уровню защиты почти как кобальт, наверное. Только гораздо более доступная тема. Так что вода — это не шутки. Так, полетели, полетели. Все, автопилот отключаем. Думаем, куда лететь. Вот дыра. Дыра найдена. В коричневой зоне. Короче, просто наверх поднять. Это нам надо. Окей, это мимо полетел. Судя по тому, как много ресурсов мне прибавилось, даже если что-то мимо полетело, то это наименьшее количество. Он обычно пролетает, и часть засасывается все равно. Ничего, он мимо не полетел. Так, я телепорт ставил, не ставил, я не помню. Вроде не ставил. Судя по тому, что иконка не горит, не ставил. Это берем. Я, наверное, на выход лечу. По дороге постараюсь воды набрать, может быть. Пофиг на этот квадратик. Стой! Сделать ачивку на щит и проиграть? Не знаю. У вас ресурсов есть, может их еще в щит вложить. О, кстати, я получил ачивку. Даже за гидратацию считается. Да, это шутка. Живем? Живем. Копаем? Копаем. Ну, что тут копать и копать еще? Что-то тут еще копать и копать, друзья. Лакомку нашли. Червей посадим.
Как будто надо, учитывая, как это затягивается все. То, что мне, возможно, придется еще один апгрейд компании брать и уже пора пушки прокачивать, я думаю. У нас телепорт, к сожалению, в эту сторону, поэтому надо как-то ускоряться уже. Все, троих хватит. Пускай парни наслаждаются. Летим мы от Седова. Надо купить апгрейд, чтобы путь прокладывал. Ух, бля, лечу. Еще гидратация нужна, щита. Что это за хуйня? Блять, куда я стрельнул? Как будто урон не получает. Окей. Бля, звук очень страшный, честно говоря, когда он умер. Но я не торопился отпускать гашетку, если честно. Пускай охуярит. Так, червячка берем. Я не могу с ним телепортироваться, увы. Ой, какая жила бесконечная, нахрен. Водичка имеется тоже. Ну как много воды с одного блока. Бля, черви имба какая-то, конечно. Особенно для карты, где у тебя редко руды встречаются. Ты просто успеваешь их очень много накопить. Можно бы вроде на кобальт червячка поставить. Он железо копает. Лакомство прилетело. Надо немножко помочь лакомству. Компрессионная добыча. Эта штука влияет буквально на то, как ты копаешь с руки. А это все время. Сова. Вода. Тяжелая, блядь. Ой, бля, я не успею это дотащить. Пиздец. Выглядит как похоронные.
Срочно нужно найти финалку. Лучше протречу на всякий случай. А то проебать это будет очень опасно. Рандомный телепорт. Пускай здесь валяется. Это было очень круто. Вода. Здесь углубление какое-то имеется. Как будто что-то здесь должно быть. Нет времени смотреть, что там. Все, турбощит активировали. Бля, может электрошок купить? Будет появляться. Мне надо иногда во время боя выходить отсюда и заряжать щит водой. Моб пиздец. Не уверен, что я следующую волну переживаю. Таймлапс будет очень интересным. Feels like I'm walking on sunshine. Котиджик, очень срочно. Я помню, что когда... Сейчас, погодите с донатами, пожалуйста. Место дефолт меча, меч Атракса, точка, где ты нашел это ресурс пак? Я сейчас вообще не в состоянии. Погодите, плиз. Дайте забег закончиться. Умру, либо выиграю. Хоть что-то из этого уже. Какой Майнкрафт сейчас? Блин, если не выпадает апгрейд, когда у тебя шарики начинают супер жестко копать, то все пиздец. Каждый раз одно и то же. Железо нашел. Блять, ну железо это вообще не то. Я даже не знаю, червячков кидать на него или нет. Что я с этим железом сделаю? Что, хп себе откуда-то возьму, что ли? Железо это апгрейд скорости копания, конечно, но, блядь. Но, блядь. Кобальт надо найти. А, нету его. Хуй знает, что не так с этой картой, она просто, блядь, гигантская. Ладно, тут есть три чебричка, можно их закинуть будет. Если я сейчас выживу каким-то образом.
Это одноразовая хуйня с зарядкой? За воду. Используйте воду для ручной гидратации щита, после этого на следующей волне атаки он сможет поглотить больше урона. Это как будто один раз действует, не? Я не могу это несколько раз делать. Одному богу известно, как я сейчас выжил. Так. Железные чербюрички. Сука, а мне отсюда железо еще, просто я хуй вытащу его. Я щит сделал для того, чтобы ачивки на него сделать, а не потому, что он какой-то пиздатый и сильный. Хорошая новость, ачивку я сделал на щит. Ну, волна была слабая. Как будто следующая волна будет пиздец. Непроходимый. Я не думаю, что я могу забить хуй на это железо. У меня скорость копания просто никакущая. О, вода. Может, и могу. Ну, я вот таких хз, типа, вот во время волны-то можно воду таскать или нет? Если нельзя, то и нахуй мне столько воды не надо. Ну, видимо, где-то здесь справа артефакт. Вам пора уходить. Потихоньку. Сука, какая бесконечная карта. О мой бог. Она не просто большая, она нахуй охуеть какая большая. Нельзя во время сражения щит заряжать. Так что вода теперь юзлис хуйня. О, блядь. Это что-то. That's something, сука. Окей, здесь еще и тупик. По всей видимости. Железо снизу.
Без щебрячков. Попробую что-то достать. И все это вместе попробовать вытащить. Хоть какой-то апгрейд. Чтобы дрона водой заспавнить, надо потратить на него время. Но у меня очень мало, и я не успеваю обычно это сделать. Так там можно было бы, конечно. Да, еще чуваки на железе. Не знаю, мэби собрать кучу железа и попробовать просто перескейлить жесткую игру. Всеми филлерными апгрейдами. Надо что-то качать, только чё. Хе-хе, не знаю, мне даже особо нечего качать-то. Блять, вот так неудачно застанило, в итоге выстрел в никуда ушел просто. Это было очень плохо. Просто пиздец. Сила молота норм не тогда, когда ты его уже прожал. Щеблячки железные были, да? Где-то. Что-то реально очень мало. Может, не тут они были? Тоже похоже на правду. Чё, у меня только один шарик откатился. Падал нахуй. Пакеты бы качнуть, но, блядь. О! Тут же дырка есть. Черная дырка. И у меня есть телепорт. Окей. Это ближе. Часть, конечно, куда-то улетучилась, но ничего. Не, ракета что-то вообще не выглядит как то, что я хочу прокачать.
Воды нет для гидратации. Надо оставлять. Ваншоты прикольные, конечно. Бля, почти идеальное прохождение. Сука, кобальт нужен. Нихуя здесь нету в жиле. А, там, кстати, железо еще осталось какое-то. Что это вообще такое? Они как-то не все выкопали. А, это другое место, где я руками копал. Один! Ай! Какая глубина, нахуй, чтоб один спавнился? Вообще хеза, блядь. Игра дает себе отчеты, что ну мне вот нихуя не железо надо. Вода, кстати, тоже нужна. Бля, у меня ведь был в этом забеге отхил через железо. Но, сука, кто вообще мог полагать, что этот забег будет такой бесконечный? Портал. Я нажал портал. Я его оставил. Он мне на КД был до этого. Так, а что быстрее будет? Наверх тащить или... Он быстрее просто съебывать уже будет. Я не успею это поднять. Бля... На самом деле железо мало куда тратить, можно только на, по сути, мою силу. Как же он ебёт, сука! Вода закончилась. Чё, наверное, тогда не будем гридить, попытаемся вытащить этот пак, а со следующего захода уже... До чего захода остального, потому что у меня там и вода, и кусочек кобальта. Где он только? Теперь его надо найти. В
Плюс мы на это железо купим раскопку. Сука. Да, хотя бы один дрон, который таскал бы, это все было бы очень полезно. Ладно, я это потащил через верх. Как будто по прямой линии попроще тащить. Я не помню, где портал оставил. А что мне нужно апгрейд на 28 урона? Точнее, за 28 железа? Пакеты качать можно, тоже дорого. Я знаю, что справа сверху есть дрон. Ладно, у меня есть на эту волну, на следующую волну вода. Железо — это то, что всегда можно найти. Наверное, лучше потратить свое время на то, чтобы здесь покопаться. Но вы здесь тоже тупик. Выбраться. Блять, я не знаю, я все перекопал и даже не вижу вот этого прилегающего элемента, который заполняет последний артефакт. За сколько там? За 4 железа? Чё? Где за 4 железа апгрейд пакетов? Вот этот? Ну да. Можно взять. Бля, все в одной точке взорвались. Шестнадцать стоит прокачка взрыва. Здесь просто, блядь, огромный отсек какой-то. С кучей почвы еще.
Блять, это что, не все? Там еще смена начинается по цвету. Достичь глубины 100. Ачивку дали. Что за хуйня с этой картой? Я, может, не успею сейчас. Я, скорее всего, не успею сейчас. Не надо было на воду байтиться, наверное, сейчас. Да, ГГ. Я думаю, даже если бы я воду не взял бы, я все равно не успел бы. Я не знаю, мне нужно железо. Мне нечего здесь ловить. Мне сейчас нужно железо и просто вкачивать все, что только возможно. Это копиум какой-то. С последним артефактом. Еще, блять, воду не могу тратить на то, чтобы у меня маршрут прокладывался, потому что сейчас каждая вода супер цена. Вообще, оно, по идее, даже если прилетает мимо, оно упирается в потолок, а потом в потолке начинает ломаться и складывается все в итоге. Бля, я бы хотел портал держать, на самом деле, не снизу, а для возвращения на базу. Это все-таки гораздо стабильнее. Думаю, пора пробудить Чубзика. Только найти бы его еще. Видимо, я его пропустил. Или нет, ебать. Как же глубоко. Все, пускай таскает. Двадцать восемь. У меня все еще не хватает 3 железа. Увы. Крепись, казах, атаманом станешь, ну в крайнем случае кибершахтером. Спасибо, Сафир, Сафир и Овал. И за этого за донат тоже спасибо. А на следующий донат потом отвечу. Ой, бля. Ой, нет. Сука, у меня даже курсора не было, я чуть не вышел в главное меню, нормально? Сколько там? 28 надо, да? О, он потащил, окей.
раз потащил, пускай тащит. Не запустил щит, это в любой момент можно сделать. Ничего страшного. Вообще, я не думаю, что мне это нужно чебричками доставать. Мне нужно 28 на силу разрушения, а остальное, ну, по мелочи просто апгрейды. Пускай дрон-то потихонечку таскает. Нет, взрыв в целом прикольный апгрейд. Особенно, когда не выпадает арканоидный вот этот апгрейд, когда шары начинают все ломать в АОЕ. Тогда взрыв прям сильно компенсирует. Я хз, конечно, Маркшейдер без этого апгрейда просто как без рук. Представь, как кайфово было бы на этом челлендже на инженере с мегабуром. Не было бы. Чего бы было бы? Мегабур на такой бы... поверхности тоже бы хуёво уже копал. А еще если бы он мог не выпасть. Я просто могу представить гораздо более близкое событие, это когда у меня есть АУЕ раскопки. Зачем мне для этого инженера представлять? Ну, хуеваст, если честно, кнопки понажимал. В этот раз. Я хз, я здесь кого-то все раскопал, не? Вниз надо. На самую жесткую глубину. Арт где-то в полтора раза дальше, чем ачивка на 100% глубину. Да ну нахуй. А что, мне здесь копать? Но мне надо еще апгрейды железом тогда. Здесь нихуя нет, здесь уже тоже полубедроки весь. Thank you.
Бля, ну я бы сюда чебрячков уже посадил тогда. Если честно. О! Чебрячки отменяются. Он ведет влево. Он, походу, через вот эту стенку, что ли, там проспав... Чего, блядь? Бля, портал откатываться будет 1000 лет еще. Да нет, какой поход за железом, когда я уже нашел кусочек артефакта. Это пиздец, я не бережу сток волн просто еще. У меня очень мало осталось хп. О, блять, я не знаю, как я отсюда вылазить буду, если честно. Вот что самое страшное. Тут может быть под железом где-то проход? Это он не поставил. Я не мог его поставить, он на КД был. Надо искать, куда, как туда попасть, вот отросток. Ебать спаун, конечно. Чего, блядь? Сесть, наверное. Я полетел. В принципе, здесь отсюда не сильно сложно вылетать. Потому что полоска есть здесь по прямой почти. Не так плохо. Да блять. Сука. Очень плохо. Я слишком много снарядов не попал в таргет, потому что все, блять, засрано на экране. О.
Мне кажется, этот отросток дальний, который я нашел, он один такой, настолько дальний. Остальные должны быть где-то вот здесь, как будто. В этом кластере. Окей, он тоже идет направо. Как я, блядь, найду кобальт? Что значит сообщение кобальт найти надо? Как я поспособствую поиску кобальта? Да, наверное, скорость копания ручками очень хорошая штука была бы. Ух ты, как отлично вышло. Следующая хуйня еще глубже. Чат, вы просто пиздец. Вы вообще не помогаете. Если я сейчас не нахожу, я проиграл. Такая вот история. Безумие просто какое-то. Не отставать.
Ну, примерно моя рядовая волна в этом забеге. Челлендж то вообще, блядь, не в этом. 2 часа, сука, ран, что за хуйня просто? Бля, генерация артефакта, конечно, нам 2 отростка отдельных, это просто инсейн. За ачивку получил. Я 4 ачивки за этот раунд получил. А сейчас конкретно дали за 10 побед. Бля, ну копать без апгрейда на пинг-понг ебучий очень тяжело. Хорошо, что я не забатился нигде кобальт таскать. Посмотрите на генерацию. Кобальт это что, зеленые, наверное, не? Квадратик отдельный. Почему нет никакой легенды на карте? Фиал кобальт, а где вообще фиолетовый цвет? Или он типа... настолько давно кончился в забеге? Карта почти, сука, под ноль вычищена была. Это люто. Но забег, конечно, получился крутой. Выберите новое. Это все, что я могу взять? Новая боевая способность устройства. Использование боевой способности, которая в течение некоторого времени будет отражать подлетающую куполу снаряды. Это для щита, да?